Всякая творческая деятельность складывается из двух побуждений. То, что ты художник, ну, это никакой не статус, это всего лишь твоя патология. Что мне есть сказать миру? Я поэт, сказал поэт. Ты не поэт, а говно, сказал рабочий. Каков у меня личный опыт? Ты выскакиваешь из подъезда, поджимаешь яички, бежишь до остановки, прыгаешь там, впрыгиваешь в автобус, отогреваешься. В первом классе мы дрались с дружком регулярно, выясняя, что быть лучше, моряком или летчиком. Я был за летчиков, он за моряков, и все это переходило всегда в потасовку. А почему летчиком быть лучше, чем моряком? Ну, ты знаешь, Джей, этот анекдот, что грузины лучше, чем армяне. Чем лучше, чем армяне? Меня как-то прельщало небо всегда. Полет, скорость, мощь, сила. Как завораживали все эти машины летающие. А болтаться... Ну, скорость, посмотри, как. Я футбол терпеть не могу. Для меня это очень медленный, скучный спорт. Хоккей круто, быстро, динамично, баскетбол классно. Футбол, боже мой, как вы на все это можете смотреть. У нас сейчас ужас, рядом с домом стадион, и там футбольный клуб «Юнион», они были во второй лиге, а в этом году вышли в Бундеслигу. И теперь это просто ужас, потому что туда на игры приезжает Боруссия Дортмунд, там Бавария, ну и так все известные клубы. И едут автобусы, естественно, с поклонниками, огромное количество полиции, не въехать, не выехать. То есть болельщики радуются, что Юнион стал в Бундеслиге, а я футбол еще больше стал ненавидеть. Позиция в оппозиции, Вася. Ну нет, есть же хороший вид спорта, шахматы. Никогда не видел, чтобы болельщики шахмат засрали потом всю улицу, да, обливали поезд. Вот не видел. Почему с футболистами так, не понимаю. Даже думаю, что болельщики, которые ходят на матчи по боксу, тоже почему-то не выясняют потом отношения друг с другом. Василий Мельниченко – художник, фотограф, режиссер. А Мич с 2015 года живет и работает в Берлине. Счастье – это дети, счастье – это любовь, счастье – это смотреть на небо. В Омске прекрасное небо. Даже счастье, когда ты в мороз добежал до дома. Это счастье. И сейчас ты понимаешь, насколько это бодрит. В Берлине отвратительная зима, прекрасное лето. Погода плюс 5. Ну, редко опускается до нуля или ниже. И дождь, дождь, и серый свинец висит над тобой. А здесь-то как было бодренько. Ты выскакиваешь из подъезда, поджимаешь яички, бежишь до остановки, прыгаешь там, впрыгиваешь в автобус, отогреваешься. Потом прекрасно. Ты взаимодействуешь с природой. Я, в общем, не люблю снег, не люблю холод. А вот блеск этого снега, и когда ты слепит на тебя, и ты закрываешь глаза, а еще когда ты уже взрослый, а ты находишь возможным плюхнуться в сугроб и смотреть на звездное небо. То есть нормально. Мне это очень нравится. И вот это все было в Омске. Я по советским меркам поздний ребенок. Мой брат был старше меня на 14 лет, но он, к сожалению, погиб, когда ему было 22. Вот, и я остался один. Я, может быть, уехал бы раньше. И мысль, что я не могу оставить маму, долго меня не пускала никуда. А потом мы с ней поговорили, и она сказала, ну, конечно, езжай, здесь нечего делать. Я подумал, надо было раньше поговорить. –
это пространство, в котором я родился и вырос. И это пространство практически вся моя жизнь, пространство вне Омска. Это очень короткий период. Да, понятно, что что-то происходит, происходит изменение. Мне снится уже Берлин, когда я нахожусь в Омске. Каждый человек, меняя контекст, он меняет очень многое в своей личностной структуре. Это так. Но куда деть эту память и эту включенность в этот город? Ведь с ним связывались надежды, с ним связывались ожидания. Здесь была любовь, здесь была дружба. И все это остается именно в этой точке, в географии. Да? То есть, если у меня есть глобус, я всегда буду знать, где этот Омск. Главная причина у меня здесь мама и дети, там, часть моих детей. Вот. И поэтому я, конечно, приезжаю раз в год. Но стараюсь совместить это с чем-то еще полезным и приятным. В прошлом году я показывал на площадке кинотеатра «Слава» киноальманах. Это был международный проект, который я делал и как руководитель, как куратор между участниками из России, Украины, Германии. И в рамках проекта было сделано 12 документальных короткометражных лент, посвященных, собственно, человеку. И главная идея была вывести человека из поля политизации. Потому что это тот фактор, который сегодня служит максимальному разъединению людей. А в позапрошлом году я тоже был здесь, и на базе арт-резиденции я делал воркшоп «Инсталляция как пространство личного опыта». А в этом году, на удивление, я уже думал, что все, как-то эта история заканчивается. То есть я Омску не интересен, и город уже, можно сказать, забыл, если было что помнить. Но вдруг получаю письмо от директора музея искусства Омска с предложением, если я приеду сюда, то что-нибудь сделать. Ну вот что-то сделали. Я понимал, что у меня есть что показать из своих работ, но очень хотелось показать то место, в котором я существую, и тех авторов, с которыми я общаюсь. Было условие, должна была быть бумага или электронные работы, и размер не больше, чем 100 на 70. Это самая большая папка, которая была, то, что я мог привезти с собой в руках. А дальше была, конечно, самостоятельная инициатива авторов, которые откликнулись, которые готовы были показать, которые даже иногда впервые узнали, что есть город Омск. Смотрите, всякая творческая деятельность складывается из двух побуждений. Первое побуждение – что мне есть сказать миру, да? А второе, каков у меня личный опыт этой темы, которую я хочу поведать миру. То есть здесь одно без другого не существует. Оно проживается, пропускается через себя, и художницы, которые представляют у нас произведения, например, как Сметанина, связанные с переживанием телесности женщины, которые не соответствуют идеалам, не соответствуют стандартам. И это, конечно, и личная история, которую она пропускает, переживает, эстетически выражает и таким образом избавляется от нее. Мне кажется интересным что-то делать в России и, более того, в провинциальных городах, потому что есть большой интерес у жителей этих городов к знаниям, к творчеству, к новой информации. Это связано с дефицитом. Когда ты находишься в больших городах, люди уже прокормлены, перекормлены. И, например, у нас в Берлине, это, если на открытие выставки соберется 20 человек, то это вообще аншлаг. У меня у Хармса есть одно любимое стихотворение под названием «Жене». Обязательно прочитайте, очень советую. А второе – это вот эта сценка, где я поэт, сказал поэт,
ты не поэт, а говно, сказал рабочий. Вот в Берлине мы все говно, и мы это прекрасно понимаем. То, что ты художник, ну, это никакой не статус, это всего лишь твоя патология мозговая и все. Понятно, что хотелось бы того-то, хотелось бы сего, но большинство людей, с которыми я общаюсь, они все где-то работают. И когда я преподавал в Омске, я тоже всем говорил, что если вы хотите заниматься искусством, вам нужно найти работу. Искусство вас не будет кормить. Город, ну, например, говорим про Берлин, активно эксплуатирует художников. Идет джентрификация Берлина, выдавливание бедных слоев, незащищенных, на окраины, из города, и растет цена на жилье. Вот. А миф еще работает о том, что это город бедный, но сексуальный, тут все художники, все такой расслабончик. И куча туристов, которые приезжают из городов, где все вот так вот стрессово, они бегают по этим местам и думают, что они прикоснулись к какой-то удивительной берлинской жизни. И туда начинает стекаться огромное количество молодых людей, которые ради того, чтобы быть в этом мифе, ютятся там на одной площади маленькой, по куче человек, платят какие-то баснословные деньги за эти квартирки, чтобы потом понять, что это все только миф, и через год уехать в свою бедную Испанию. Это виртуальная экономика, где продается ничто задорого. Но в этих условиях, как во всей экосистеме, там, ну, как-то все друг другу более-менее подлаживаются и эксплуатируют эту ситуацию. Мы все живем в одном мире. С небольшими отличиями. Одни печатают деньги и устанавливают ценность этих денег, а другие находятся в зависимости от этих финансовых систем. Это капитализм. Случились серьезные изменения, которые называются неолиберализмом, а мы оказались заложниками того витринного капитализма и той пропаганды, которая была в 80-е годы, когда капитализм был регулируемым. И необходимо было западной системе показывать, что они не хуже социализма. Нужно было всячески вкладывать много-много денег в социальные программы, в доступность вещей, которые относятся к предметам роскоши. А у советского человека это все создавало такую фетишизацию вещизма. А потом, когда Советский Союз пал, то оказалось, что этого тоже теперь не нужно, и произошло снова отпускание экономики, и предприниматель теперь мог делать снова все, что он хочет делать. И поэтому произошло свертывание, постепенное свертывание там, одних, других программ. И при том, что уровень жизни выше, счастливых лиц ты много не видишь на улицах. Самый главный, наверное, опыт личный, персональный. Я впервые поймал депрессию в Берлине. Я и так, в общем, был интровертом разогнанным, то есть спокойно выходящим вовне, но мне всегда нужно время быть одному. Просто адская потребность. А тут стала наблюдаться потребность вообще не выходить из мастерской. То есть я начал работать с бумагами, со старыми техниками, с кисточками, с красками. И мне так хорошо наедине с бумагами и красками. И вообще больше ничего не надо. И я подумал, боже, как это было бы здорово. И чего я хочу в жизни. Первое, я хочу бесконечно путешествовать и что-то писать и снимать. Второе, я хочу не выходить из мастерской. Возникла парадоксальная ситуация, которая и была симптомом предстоящей депрессии. Сначала я ее поймал и подумал, что я смогу справиться сам. Каким-то образом я ее смог минимизировать, но вот прошедшая зима оказалась уже настолько катастрофичной, что постоянные мысли пойти под паровоз, и мне пришлось пить таблеточки и общаться с психотерапевтом. Нет, эта серия была сделана еще не дивнее, это еще до депрессии. Это был 16-й год. Меня пригласили с лекцией, воркшопом в университет Сан-Хосе в Штаты. И я, конечно, с радостью туда помчался. Это была счастливая неделя моей жизни, потому что я занят был любимым делом в университете. Я выходил, видел, тут у меня океан, тут Окленд, там Сан-Франциско. Кругом невероятнейшая красота. Просто во время одной из прогулок я увидел
кладбище на горе, а за ним был город. И меня поразило то, что я вижу центр у кладбища. И тогда я пошел на это кладбище и начал исследовать просто захоронения и понял, что они повторяют структуру города. То есть центр принадлежит людям богатым, чиновникам. А дальше идут люди победнее, там квакеры, масоны, кто-нибудь еще. А вот на края уже вытеснены все, у кого нет денег на красоту. И там просто утопленная табличка в землю, и больше ничего. Ни фонтанов, ни склепов, ни скульптур. И мне показалось, что смерть в капитализме, она лишается своего вот такого персонального, трагического звучания, как момента ухода человека из жизни. Все превращается, опять же, в такую символизацию его социального статуса. Да? Ты прожил настолько-то бабла или настолько-то бабла. И не более того. И вот этим вот баблом и местом на кладбище исчерпывается вообще смысл существования. Это часть, маленькая часть, это большие работы, по сути. И плюс интерактивная инсталляция, где есть макет кладбища этой горы. И захоронение выглядит, знаешь, шарик, когда пускаешь, вот он катится по тропинкам, и когда он закатывается в какую-то лунку, объявляется ценник, да, сколько это стоит. Но я его до сих пор не могу показать, потому что есть набор тем, которые принято показывать, есть темы, которые показывать не принято. Но я радуюсь, глядя на жену. Юля получила второе образование на немецком языке, защитила диплом на отлично и профессионально реализуется очень активно и хорошо. Для моей дочери немецкий – это родной язык сейчас. И они чувствуют себя более комфортно, чем я. Там нужно привыкнуть к темпу, он совершенно иной. За это время, это первые 2 года, это был страшный стресс, потому что, понимаешь, за это время ты тут мог столько всего наворотить, столько всего наделать. А там это просто невозможно. Вся жизнь выстроена так, что ты должен понимать, что у тебя будет через полгода, через год, и вот таким вот образом планировать. И никто в твои планы входить не будет, потому что у всех они какие-то отсроченные. И вот к этой медлительности, к этой нестремительности жизни приходится привыкать. Да, я скучаю по тому, что было, какая была активность и какое было вовлечение, и люди, которые были рядом, и мы вместе что-то придумывали. Это был год 11-й и ночь в музее. И я подумал, что я тоже присоединюсь. Приготовил листочки пищи и бумаги, карандашики, фломастеры. И люди, которые пришли, оказались в ситуации, что им нужно сделать репродукцию любимой картины. И вот они сидели, у меня там рисовали несколько часов, рисовали и подписали это именем автора. И мы повесили на стену. Я разослал пресс-релиз, что в галерее «Белый куб» выставлены произведения мастеров высокого модерна, представленные 20 искусствоведами со всего мира. Там есть Мунк, там есть Климт, там есть Дали. В общем, все великолепно. И этот проект обошелся галереей не более чем в 1000 рублей. Но я потратил столько на фломастеры, ручки. Вот. И вдруг открывается дверь, и влетает специалист из отдела живописи Министерства культуры с криком: «Ну, показывайте нам!» Я: «Проходите». И она начинает истерить, орать и топать ногами, что я всех обманул. А я думаю: «Вы чем занимаетесь, дорогие мои? Вы вообще понимаете, что это такое, какой это проект и как его вообще можно привезти в сумочке? А к тому же выставить в какой-то вшивой, вонючей галерейке на 2-м этаже какого-то офисного здания. Чем вы все занимаетесь?» Ну, это меня вдохновило. Если честно, они, правда, потом со мной перестали вообще общаться. Были обижены. Вот. Но так как один из участников этого проекта, Юрий Кузьменко, нарисовал малюсенький такой черный квадратик, ну, так. А все знают микроминиатюриста Коненко. Он был любимый художник на тот момент. И я даже, по-моему, проводил акцию под названием «Мы чешемся от ваших блох». Я выпускаю пресс-релиз, где написано, что известный омский микроминиатюрист Кузьменко в честь такого события, прибытия в Омск великих полотен,
выполнил на целлюлозном волокне микроминиатюру черного квадрата Малевича. Мне кажется, это уже просто фантастика. Все. И это топ-новость. Я хотел себе просто поехать домой Коненко и посмотреть на его лицо. Он должен был исходить просто, потому что все журналисты, которые пишут о Коненко, перепутали его с Кузьменко. Для них это все одно и то же. Мы живем в мире какой-то тотальной некомпетентности. И я понял, что с этим надо завязывать и больше этого дракона не будить. Все. Меня всегда интересует тема человека, который оказывается способен противопоставить себя огромным системам и как-то выиграть, как-то выжить. Я сделал несколько фильмов за это время, и один из них хотелось бы сделать полным метром. В Берлине живет семья Юдовичей. Точнее, осталась только Ирена Юдович. А «Лев», фильм называется «Лев», его уже нет. И это был такой советский адвокат, который брался защищать диссидентов 70-х. Он навещал их в колониях, то есть ездил по всему Союзу и передавал записки, выполнял какую-то такую роль, потому что понимал, что это несправедливо. И ты тоже пишешь эти заявки, рассылаешь эти экспликации и с нулевым эффектом. И ты думаешь, а сколько времени своей жизни ты готов на все это тратить? А что вдохновляет творчески? Творчески вдохновляют 60-е. Потому что это какое-то удивительное время, когда эстетика была на высочайшем уровне, сложность мысли была на высочайшем уровне, количество идей, возникших и в философии, и в искусстве, было великим. А сегодня я наблюдаю какую-то смерть. Люди разучились любить, разучились быть страстными, страдать, заниматься сексом. Кругом одна политкорректность, меня от нее тошнит, если честно. Я не могу сказать, почему, парни, вы, как это сказать-то, в общем, мне кажется иногда, что педик просто педик, а вовсе не представитель какой-то элиты. Я никого при этом не хочу обидеть, но я не понимаю, почему я, как человек гетеросексуальный, оказываюсь ущемлен. Меня иногда спрашивают, скажите, вы что, правда левый? Да, я левый. А может, все-таки либерал? Нет, не либерал. А может, вы педик? Нет, я не педик. Нам с вами не по пути. То есть, примерно так все это выглядит. И не дай бог тебе быть нетолерантным. Ты не рукопожатный, с тобой больше никто не общается. Вот. И весь этот мир построен на каких-то фальшивых совершенно установках, на поддержке невроза социального, персонального, когда люди с плохим психическим здоровьем утверждают свое право быть в центре. Мне это непонятно, мне это неинтересно и скучно. Человек будто бы исчез из этого мира. Его нет. Со с его проблемами, с его горестями, с его страхами. Кругом какие-то мифы. Мне надоело уже смотреть кино про кино, видеть искусство про искусство. Уже хочется про жизнь, про правду, про настоящее. То, где мы сейчас живем. А оказывается так, что мы, если будем из будущего смотреть в сегодняшний день, как историки, как археологи, то мы не увидим ничего, что отражает это время, что его выражает и эстетически, и смыслово. У меня был короткий разговор с одним из омских журналистов, когда началось включение в агрессивную политизацию всех слоев. Он вдруг написал, что в какое прекрасное время мы живем, теперь видно, кто есть кто. Я нашелся ему ответить только одно. А что ты будешь делать с этим знанием? Зачем тебе знать, что человек, который рядом с тобой и который был для тебя порядочным человеком все это время, для тебя теперь оказывается человеком непорядочным? Что тебе это дало? То есть я хочу сказать, что мы включаемся постоянно на изменение среды, изменение политики, изменение экономики,
Но происходит вот это наше реликтовое магическое сознание, предлагает нам, чтобы минимизировать интеллектуальную работу, все тут же облечь в какие-то формулировки. Вселенная так хочет, Боженька так решил. Ну, окей. Я думаю, что все гораздо проще. Если вы пищите мимо унитаза, то это приведет к порче плитки. Хорошо, ведь это же по Спинозе наличие карманных денег. Если есть они, то, знаешь, вообще нормально, хорошо. Вот. Если их дефицит, то мы испытываем тревожность. А дальше это еще какой-то набор маленьких вещей. Ведь нас счастливыми не делают глобальные штуки. Ну, человек там чему-то стремится, рвется, прется, доперся, и что? Непонятно. Да? А счастье дарит, ну, вот запах деревьев, постоянно цветущий город. А тут совсем было хорошо. Я иду по улице и вижу, что стоят прекрасные вот такие колонки, трехполосные, Джама 2000. Их выбросили. А там постоянно, там мне очень нравится, что если тебе не надо, ты выставил на улицу и написал «заберите с собой». И кому надо, тот забирает. А у меня всегда была любовь к музыке, но максимум из акустики, что у меня было, хорошие наушники. И вдруг вот эти колонки. Я их беру и думаю, почему их выбросили-то. Рассматриваю и понимаю. От басовых динамиков отклеилась резинка, которая является крепежом колокола, да, к железяке. Ну, говно вопрос, я же вырос в Советском Союзе, ходил в кружок юный техник, умею спаять усилитель, там, разобрать дом. Нас учили работать руками. С немцами это проблема уже. Вот. Я их быстро бросил в машину, привез домой, разобрал, снял, почистил. В интернете за 5 евро купил две резинки, проклеил. У меня великолепная акустика сейчас. Следом, что я сделал? Ну, теперь нужно купить усилитель. Я еду, а там дяденька, ему лет, наверное, 70. Нет, собственно говоря, тоже, наверное, скоро будет уже 70. Вот. И у него там куча всяких аппаратов. Видно, что такой аудиофил. Ну и все. И у него так это все бережно. Иголка в идеальном состоянии. Я купил. Я иду. И он еще даже пластинку одну подарил. Я такой иду, вот из дома выхожу, иду по скверу к машине, несу этот проигрыватель, сияю счастье от того, что у меня проигрыватель, я его купил за тридцатник, и вдруг я осознаю, что я в кедах и шортах, и мне, в общем-то, скоро 50. Понимаешь, вот счастье почти себе испортило этим вопросом. Чем меньше вопросов задаешь, тем больше счастья. Зато теперь счастье.